Господа, добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Молодцы. Итак, мы с вами начинаем. Это было неожиданно, я знаю, но на это и рассчитано. Итак, мы сейчас с вами посмотрим несколько еще неожиданных фокусов. Итак, какие интерактивные фокусы, мы с вами будем общаться. Итак, это у меня в руках что? Платок это что? Так, делаем сейчас небольшой стул, поденем это на стуло. Так. Теперь все заткнули уши, улыбнулись. Никто не будет затыкать уши, да? Это было беззвучно, но если бы заткнули уши, вы бы представили себе взрыв. Сейчас надо нам найти наш платок. Вот сейчас мы у девушки попросим немного денег, девушка. Так. Одолжите нам что-нибудь скорее, скорее, скорее. Итак, итак, итак. Мама, ну. Итак, это у нас с вами что? Так, $1, все верно. Итак, смотрите внимательно. Платок у нас с вами исчез. Делаем сейчас небольшой кулек. Все на ваших глазах. Мужчина, не отвлекайтесь, вы уже все пропустили. Смотрите. О, и он уже здесь. Так? Итак, это у нас с вами что? Серьезно. Платок. Хорошо. Итак, это я пока подержу. Так. Давайте сделаем из платка что-нибудь более интересное, да? Кивните. Да? Итак, делаем что-нибудь более интересное. Так, девушка, подождите, мы вам сейчас мясо дадим. Смотрите внимательно. И это у нас с вами кто? Правильно, ежик. Сейчас, сейчас. Так, скорее, 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 мальчики. Вы опоздали уже. Так, все, все успели. Все успели. Так. А сейчас я вам покажу способ. Как можно из этой купюры сделать две. Смотрите внимательно. Складываем ее пополам. И сделаем здесь небольшое что? Отверстие. Отверстие, правильно, девочка. Все запомнили слово. Молодцы, оно еще пригодится. Итак. Делаем отверстие, смотрите внимательно. 3-4. Так. Все по-честному у нас. Без обмана. Итак, смотри, сейчас сделаем 2 по 50. Так. Ну, наконец-то. Сейчас покажу еще раз медленно, как это происходит. Смотрите, берем волшебную купюру. Так. Все следят за моими руками внимательно. Так. Здесь у нас посерединке с вами, да? Всем видно? Кивнули. Молодцы. И 2 по 50. Сейчас я покажу несколько способов, как можно делать деньги. Тема, конечно, интересная. У меня в руках что? Волшебная палочка. Только один человек в зале знает. Ну-ка еще раз, у меня в руках что? Волшебная палочка. Итак, молодцы. Смотрите, например, у меня за ухом была монетка, так? Но к себе, понятно, я ее положил сам. Вот с мужчиной было тяжело договориться, но он поносил одну для меня. Здесь у нас была еще одна. Вот здесь у мальчика, вот здесь. Они, все спокойно, я оттуда не буду доставать ничего. Так, вот здесь у нас была под кофем, так? И вот здесь у девочек... А, в сумке была одна. Но это все мелочи. Сейчас я вам покажу способ, как можно делать деньги более нам понятные. Бумажные. Для этого нужно иметь вот такой волшебный станок. Так. И кусочек бумаги. Смотрите внимательно. Прокатываем. Итак. Здесь у нас входит. Так. А здесь выходит. Все по-честному. А можно, конечно, и в обратную сторону. Нам интереснее сюда, да? И это у нас с вами что? $100. Все верно. Вам мало? А вы хотите больше? Девушка, сейчас сделаем больше. Смотрите внимательно. Здесь у нас входит поменьше, да? А выходит побольше. Все по-честному, да? Без обмана? Вот это называется побольше. Все запомнили? Молодцы. Так, мальчики, девочки. И пока у меня на этом все. Но я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Спасибо. Ведущий.
Вот у меня есть зеркало. Всем видно, оно стеклянное. Да? Кивните. Да? Слышно? И волшебная иголочка, да? Хорошо. Делаем волшебные накладки. И делаем сейчас здесь небольшое что? Отверстие, правильно, мальчик, запомнил. Итак, смотрите, здесь у нас с вами входит, так, а там выходит, да? Все по-честному у нас, без обмана, да? Здесь входит, здесь выходит. И, конечно же, все хотят видеть наше отверстие, да? А его у нас с вами что? Нету, молодцы. Так, хорошо. Для следующего фокуса мне понадобится ассистентка, желающая из зала. Нет, нет. Ну, так, нет, давайте мы не жюри, давайте вот девушка, хорошо. Итак, девушка, заходите к нам на сцену. Как вас зовут? Лика. Ника. Ника. Сейчас с Никой. Мы сначала проверим ее магические способности, потом покажем вам фокус с кольцами. Итак, Ника, вот у меня волшебный шар в руках. Встаньте чуть ближе, чтобы вас все видели. Это мы можем пока отодвинуть. Так, смотрите, он у нас свободно катается на веревочке, так? Ну, гравитация работает. Ваша задача сейчас вытянуть руку вперед. Шар. И заколдовать его, чтобы он остановился где-нибудь посередине, хорошо? Итак, надо только крикнуть «стоп». Итак, «стоп», хорошо? Итак, 3-4, да. И 3-4. «Стоп». Так, отпустите руки. Так, давайте еще раз попробуем. Надо, чтобы он остановился и застрял. Еще раз. 3-4. И... Стоп. Застрял? Отпустите его. Ну, махните в него. Хорошо. Значит так, ваша магическая сила нас устраивает. Сейчас мы с вами покажем всем фокус, который все давно видели, знают, как это делается, но это всегда интересно смотреть еще раз. Он называется китайские кольца. Вот вам колечко. Посмотрите его, пощупайте. Все по-честному, без обмана, да? Кивните. Вы верите, да? Они вам не верят, но это не важно. Вот вам еще колечко. Посмотрите его, пощупайте. Все по-честному, да? Все целое у нас с вами. Попробуйте соединить два кольца. Я покажу, как это происходит. Смотрите на меня. Нужно взять два кольца, потереть магическим образом, нежно, и оп. Нет, но с первого раза никогда не получается. Я вам дам эти два кольца, держите в секретном месте, ну, можете в другом. Дайте мне одно любое из этих двух. Я вам покажу сейчас медленно, как это происходит. Смотрите внимательно. Итак, берем два кольца, делаем магическое движение. Смотрите, смотрите. Вот это называется медленное чудо, когда это не быстро, а медленно. Да, все верно, правильное слово. Сейчас в обратную сторону показываю. Смотрите, берем два волшебных кольца, делаем магическое движение. Смотрите, смотрите. Все по-честному у нас? Да, да, все верно. Дайте мне ваших два кольца. Так, давайте вот это колечко вот сюда, в середину, да? Да? Ну, наконец. Итак, все по-честному у нас? Хорошо. Давайте сделаем еще три кольца, как в первом случае. Потрем. Раз, два, три. И раз. Я вам дам посмотреть. Так, 3-3 у нас сколько будет? Только дети знают. Правильно, 6. Дайте мне ваших три кольца. Так, 3-3. Делаем с вами 6, да? Сейчас отдадите мне последнее кольцо. Так. Это у нас с вами что? Аплодисменты. Молодцы. Так. И сейчас мы это все разберем. Так. Так, сейчас мы с вами проверим, насколько ваша магическая сила усилилась. Возьмем с вами новый реквизит. Сейчас ваша задача то же самое, руку вперед и заколдовать ее. Хорошо? Итак, руку. Так. 3-4. Что-то слабовато. Напрягите чакры. Так, еще раз. Так, и она на вас смотрит. Аплодисменты моей ассистентке. Приглашаю в зал. Спасибо. Но для того, чтобы ее успокоить, ее можно либо покормить, либо сделать вот так вот. Но даже в таком состоянии она способна работать. С ней можно показывать легкие репризы. Ну, например, смотрите внимательно. Михаил Боярский. Леонид Брежнев. Юлия Тимошенко.
Ваш любимый киногерой Никита Джигурда. Но для того, чтобы оживить нашего зверя, нужно щелкнуть ему по носу. Я сейчас к вам подойду, вы очень нежно ему так щелк, потому что это самое чувствительное место. Итак, только никто не кричит пока еще. Очень-очень нежно. 3-4 и... Да не бойтесь. Он немножко раньше ожил, чем мы ожидали, но он вам безумно благодарен. Так, проводим моего ассистента. Итак, мальчики и девочки, на этом у меня пока все. Спасибо вам за внимание. Мин, дружба, спасибо. Итак, делаем легкий кулек. Так, теперь все вместе дунули. И у нас с вами появляются... Рыбы! Сейчас я попробую кое-что сделать с тем бокалом, в котором мы продуцировали рыб. Итак, смотрите внимательно. Берем бокал, волшебный палец, смотрите, и... Это у нас с вами что происходит? Так, верните нам рыб. Так, сейчас я вам перелью в этот бокал их обратно. Оп, покажите всем теперь наших рыб. Так. Рыбы пьяные. После таких манипуляций будешь пьяный. Итак, это еще не все, что можно показать с бокалом. Так, жюри, пока отвлекитесь. Смотрите внимательно сюда. Сейчас я попробую этот бокал, сделай мысли. Посмотрим, что с ним произойдет. Итак, 3-4. Это было нечаянно, но так было задумано. Легкие аплодисменты. И мы с вами продолжим тему с магией, с предметами. Итак, у меня в руках две ложки. Они абсолютно нормальные, я вам дам потрогать. Так, пожалуйста, проверьте, проверьте. Вы самые здесь неискушенные. Ну, без распилов, без обмана, так, все по-честному. Так, они у нас не магнитные. Нормальные, все по-честному. Будем загибать ее бесконтактным методом, то есть ничего там не будем тереть, будем просто делать так. И самое главное запомнить в этом фокусе магический звук, потому что в следующем фокусе уже будете вы загибать ложку и будете использовать именно магический звук. Итак, ложим ложку на ладошку и... Растет. Я могу поближе. Так, все по-честному у нас, да? Можно уже немножечко. Спасибо. Давайте еще больше. И... Самое главное, волшебный звук запомнить. Так, все по-честному. Теперь уже давайте до конца и... Все по-честному у нас, я вам дам. Руку вперед, волшебный звук, потренировались. Итак, я держу ложку, вы загибаете. 3-4. Так, жюри не отвлекается. 3-4 и... Так, еще. Так, молодцы, похлопали сами себе. Сейчас нам с вами осталось сделать что? Поломать его пополам, да? Обратно разогнуть. Это проще простого, вы можете сделать это сами. А теперь, мальчики и девочки, напрягите чакры, поломаем ложку пополам уже. Итак, 3-4 и... Волшебный звук. Аплодисменты сами себе. И сейчас у нас будет с вами финальный трюк, музыку погромче. Так.